телефон. Да, есть такое. Ну что? Ты хочешь фанет? Бля, у нас друида нет, оказывается. Дуат, фанит, говорю. Дуат, у тебя с микрофоном что-то пофикси. Исполин тут? Исполин тут. Давайте ДБМ ставлю. Должно быть лучше. Три. Одна. Во имя темного повелителя, во имя короля лича, вы умрете. Давай, Кера. Кару. Прохиори, да? Сори, стойте. Поменяли цвет на белый. Также с белым цветом стоим и бьем темную. Свободно прикат. Падаем. Не пробились. Ну да, щит они не пробили, но у нас захилились. На фух крису. Я не вижу анонс надо. Я с другой меткой бегаю. Это надо анонсить. Темная волна это шарик, да? Черт его знает. Воронка, наверное. Нет, просто я, по-моему, когда бежали, когда перебегали, там умерли двое от того, что не поймали сферу. Ну, когда бежите, смотрите, сферу не болтайте.
Сейчас хуйню исполина. Это, Донт, а ты же даешь, получается, на полы по какую-то? Мы темные, бьем белую. А темные ведь, верно? Бурик, что ли? Раз-два, меня слышно, нет? Да-да-да, по темной даю. Блин, ей вообще пофигу, она на всех подряд срывает. Я в нее РП закидываю, закидываю и срать, блин. Да-да, тут агрона да очень прям много. Я когда на ДКшке это танчу, я просто бью темную. Типа я надеваю вообще. А белую ты тупо не бьешь, она как-то сама на тебе видит. Она сама через лужу, там, типа, агрится и все. А темную я все время в нее играю. А вот как раз один умер-то из-за того, что сорвалась вначале. По-моему, шаман это был. Он заказал. Так он же сказал, в туалет пошел. Это шаманизм. Фейп исполин тут, все, два ты тоже тут, отлично. Давайте. Запустил. 5, 4, 3, 2, 1. Светлую возьмите. Зачем? Какую светлую? Я не знаю. Ну, нормально. Так, чё, го 3 минуты перерыва. Я сейчас это... Го. О! И в рекаунте написано касание света fire в скобочках для нубов, типа кто не знает, что это fire. По-моему, воронка была белая сейчас, да? Нет, была темная воронка, надо было нам оставаться в том же цвете. Да. А Rockstrite, видимо, поменял. Как я ему сказал. Ты сказал, я сразу хуяк у меня это. Нет, смотри. Ну давай я по воронке. Вот смотри, откроем рекаунт, да? Вот фьюла погибель света, это какая? Это справа, которая стоит, да? Она какого цвета? Погибель света, она белая, да. Вот, она дамажит касание света, УЗВ это дотка. А светлая волна, что это, как вы думаете? Ой, это светлая волна. Не умничай. Это что это? Урон. Не, я понимаю, урон. Раз, две секунды, просто АУЕ, видимо. А, АУЕ просто. Ну, наносит 2500 урона, раз, две секунды. А мы под темной стояли, да? Да. Блять. Ну это 2500, это, ну, ни о чем. А кто сменил-то? Я сменил. Как ник? Устраивает. Сейчас посмотрим. А, ну да, там так и пишется, темная воронка. Да. Освобожденный свет или тьма, это шарик. Это понятно. Ну, когда врезается.
Что-то странная хуйня какая-то. Вроде и сферки ловят, и мы не можем убить. Ну смотри, в прошлый раз мы в два танка делали. А, ну у нас есть сейчас два танка. Ну я хер его знаю. Там же вообще изи. Я вроде ловил сферки, там вообще нехуй было ловить. Ой, я тут все, я вас слышу даже. Ну, ок. Че, до этого не слышал? Не, до этого почти не слышал. Друзья приезжали в гости, блядь. Балаган устроили тут. Правильно, нахер гостей. Вов лучше. Да не, разъехались. У меня тут плюс 2 от Москвы. Уже первый чай пошел. Вы чай пили? Ага, почти. Да, по голосочек-то слышно. Хороший чай поставляют. Так, ну и что там? Перекурс. Ого, ебать, разъеб сейчас будет, разъеб. На ком разъебать? А ну, говорите, героя. Давай, сейчас скажу. На Excel Луна. Еще предложение. Легкое? Два лучших героя в дусе, блядь. Больше предложений. Ебать, рыцарь, ты че, блядь? Нахуй с ней фантомка давай. Возьми фантомку, да и играй. А, и забанили. Да Урсу возьми, господи, тут чё? Урсу, говоришь? Да конечно, блядь, ХП шо вообще похуй. Могу, как и вчера, разъебать на хаосе? Да говорю, блядь, ты, господи, у челика 2000 пикнул Урсу, просто ХП шо пошёл, блядь, выиграл. Ты чё? Они, блядь, не представляют, чё происходит на карте. Вообще, хотя я играл в лет 14 доту, играйте лучше в лор, ребят. Она намного лучше. Не. Такое себе. А ты просто не пробовал. Да. Ну, ты играл 14 лет в доту, блять. Жопа горела на протяжении всего этого времени, блять. Попробовал в лол, блять, такая хуительная игра, оказывается. А, не, в лол я пробовал играть. Я в него что-то поиграл пару недель, наверное. А намного лояльнее к игрокам. Ну, конечно, лояльнее. Ну, в том плане, в игровом плане имеется в виду. По экономике, по всему этому делу. Ну, на 2 недели хватило и все. Там саппорты не как говно себя чувствуете и такое. Ну, хуй знает. Карпин, конечно, получше. Но, блин, я вот бросил играть в доту года 3 назад, блять, в лол кафе играю. Ага. Ага. Там голда делится просто. Да, там просто... Нет, просто там саппорты не пропадают, потому что у них есть саппорт айтем, блядь, который поставляет голду, соответственно. Там голда на всех шарится? Нет, нет, нет. Там, если на линии стоишь и кто-то добивает голд, моба, он получает 100%, а саппорт получает там 60% типа того. Ого, нет такого, нет, нет, там не так работает он. А там у саппорта есть саппорт айтем. Нет, это я знаю. Это нет, а, нет, там ничего не делится. Погнали. Саппорт айтем тебе дает голду, типа обычную, типа там, ну, маленький тик, а удвоенный тик, если ты самый последний, типа, в своей команде.
Нет, Дон, ты не знаешь. Нет, что ли? Есть разные виды саппорта этому. Есть милишный, есть ранжевой. Да, три штуки. Да, соответственно, ты или есть такой саппортайм, то есть ты наносишь тычку по вражескому чемпиону, ты получаешь голду. У тебя есть три стака, они, соответственно, каждый секунд 10 откатываются. Ты с этого получаешь голду. Ну, не знаю, в лоле более лояльно относятся к саппортам, ко всему коллегу, поэтому... Не знаю, мне более приятно играть в лол, чем вот я. Вот ты забросил, 14 лет играл доту, забросил доту, начал играть в лол, и я ничего не пожалел. Рыба, рыба. Рыба стоит под дедбичем. Ну где, Олег, блядь? Сколько сил, а не видно тебя. Свечу. Шляпа, свети. Давайте какую-то тактику придумаем, я хуй знаю. А чё за тактику? Ну какую-нибудь там, какой-нибудь... А всё уже придумано давно. Какой-нибудь ДПСер там скажет, когда цвет меняет. Так я вам и говорю, менять или не менять, вы просто не слушаете, а слушаете Донта. А он был сферами занят. Ну давай ты будешь говорить. Ну всё, запустил. 5, 4, 3, 2, 1. Фейк, нам будет в КД. Да я хуй знаю, как так умирают вообще? Прям пиздец. Сорвалось агро. Да? Ну так вы притормозите немножко, ну я не знаю, дайте ему 20 секунд и потом бейте. Ухуй, когда что сорвете? Нет, сорвут. Дело не в этом. Дело в том, что у меня 50% урона проходит по одной из них. А они бьют 100%, и у них урон делится, соответственно, агро у них тоже вообще. Ну и на пол был только от Донта. Ну это, меняйте цель, типа, смотрите Woman на вторую, что если она там это близко, притормаживайте. Так да, а ты сам тоже можешь анонсить. Чего? Ну ты же сам можешь анонсить, срывает себя агро или нет. Ну это если он свищается и смотрит. Полно. Так а в чем проблема ему таргет поменять? Так одного, я меня... ЛТ-шку в одного дал, ЛТ-шку во второго дал, третьего, третьего, так по кругу давай. Я не понимаю. Белая практически не срывается. Все время срывается темная, на ней агро тупо не держится. Это, может, понятно, это понятно, что ты один. Ну ты же есть можешь... Есть еще второй. Варик, типа, этот... Не, ну в принципе донт напуливает на тебя туда. Какой варик? Просто делаем то, что делаем, только делаем это лучше. Все, ладно, не буду юзать эпоху больше. Я так понял, надо из-за нее срывается мегаро. Да, она в принципе срывается. Будет. Блок тоже по агротам высоко. Так, хорошо, давайте, все на место встали, готовность. Пристабав. И лапа. Лапа есть еще? А, заебись. Сейчас убьем. О, лапа. У меня лапки дохуя еще, если что, кричите. Да, я тоже. Сейчас убьем, нормально все будет. Давайте, запустил. 7 5, секунд. 4, 3, 2, 1. 2 секунды.
Продолжаем. Мы так же бьем, да. Попозже собьем. Договор. Взяли светлую воронку, бьем темную. Рано сбили каст. Переводим? Да, а можно перевести пусто. А сферок нету? Нету, не было. Продолжаем бить. Светлая воронка, остаемся так же. Белый цвет возьмите, кто-нибудь. Меняли цвет. Темную воронку взяли. За темный цвет. Изи. Ну все, что не хватало, на пулу от роги, значит. На всякой грудак. Грудак вообще сочный. Интересно, вообще. Такой грудак на ретрика в канале? Да, пиздец, блядь. У нас вар забирает его, и рога. Вар забирает, вар же есть. Против альянса не выстоять даже самым сильным прислужником короля лича. Все славки наши... Ну это получается такой же, как и крафтовый, да, ведь? Кожаный. Нет, это лучше. Лут говно. Дэдбич, кинь роль. Кинь роль. Дэдбич, грудь. Крафтовая тоже, критер ПБ. Ну, вот латная, которая. На грудь. Ну вот кинь на грудь просто роды, и все. Может, блин, все рядом тут. Ну ты, я понимаю, что ты отменил. Просто вот грудь, напиши роу сейчас и все. 84. Что там у нас? Фейп 77. Ну, вару, значит. Да ему Дэдвич, а что ты себе грудь не сделаешь? Ему не нужна это? Ему не нужна грудь, он, наверное, на сферу хотел. Ну тогда фейп выиграл, все хорошо. У нас мы с этого носим, зачем нам грудь? Мне? Ну, думаю, что да. Я смотрю, у тебя 226 вообще. А кто офлайн? Никого офлайн. А, что? Настолько обрадовался, что вовнулся. Да, а у тебя на комбо-то чест нужен тебе? У меня почти такие же самые, Карл. Особо мне прирост, они не идут. Минус один слот, тем более. Ну, значит, если можно, значит, собирай. Если бы так себе, то я бы это взял бы. Олег, ты проклятый.
Да, с Валькир, кстати, обувь, по-моему, падает шикарная на танк. Здесь... Что у нас? Дот, ты вот стоишь... На тебе меточку. На всякий случай. И Исполину. И Войду. Вот где я стою, вот тут примерно танчим босса первого. О, спасибо. Куда относим метку Сонову? А вот здесь вот мы сейчас с пула, я тебя напуливаю, тебе нужно будет посмотреть на небо, выбрать сферку и в себя грипнуть ее. Угу. Мы стоим здесь, подходят мобы, ты прожимаешься на них, двоих на себя забираешь. Ну, мор, лужа, мы их кливаем. Очень быстро. Мобов прям сразу свечимся. Да, меня мобы вдвоем-то не сбреют? Не, не сбреют. Ну, моего ДКшку не сбривают, по крайней мере. Твоего тоже не должны. Ну. А, ну, прожимаешь там не за этот кровь и не незыблемость. Да, на одних кровь, на других незыблемость. У нас есть паладин, который может дать мастан. Мы за это время много сливаем. Так проходят первые мобы. Вторые мобы. Тебе будет Рокстрайд давать фридом. Ты ну, смотришь там, когда у тебя осталось 12-15 секунд до закупки. Начинаешь уводить его. Уводишь его вот сюда вот. Пробежал и как можно ближе к вот этому вот углу привел его. Угу. Все. Здесь босс закопался. Мобы, которые останутся, А мобов мы сами убиваем. У нас их там кто-нибудь стаунтит, мы их забьем за станчик и все. А, ну, ок. А здесь же остаешься, ну, начинаешь потихонечку переходить, вдруг на тебе метка пойдет. Если на тебе нет метки, то ты вот здесь вот у тебя над головой будет сферка летать. Ты берешь ее, грипаешь в сам, ну, как можно ближе к стенке и убиваешь ее сам. Ну, понятно. И также по КД гриппа, если видишь, что сферка есть возле тебя, ты ее подальше, ну, с центра гриппаешь, к стеночкам боковым. Ну, понятно, стараться, короче, разливать сферкой, стараться по углам комнаты. Да, да, да. Я тоже чуть позанимаюсь, больше их никто не трогает. И, соответственно, по меткам даются бобны. Да. А в той части, где вход был, ты собьешь, верно ведь? А, да, да. Да, я туда пойду и собью. Ну, я сначала в трэш поиграю, а потом пойду туда собью. Вот. С меточками мы что делаем? Мы сначала подбегаем к самому краю комнаты, там ждем боб, потом стоим с этим бобом и заходим на метку. Так будет, он дойдет до озера, потом дойдет до... Вторая метка дойдет до этой стены, и где-то вот здесь вот он уже будет выкапываться. Примерно. Мы смотрим по таймингу. Я это все озвучу. По идее, нам должна быть одна закупка с учетом нашего ДПСа. Должно быть достаточно. Геру мы даем на третью фазу. На третьей фазе первых бомжей первых мобов мы заливаем. Потом мы контролим. Исполин, давай у тебя будет... Какой у тебя будет? С какой стороны? Давай, вот если мы смотрим на озеро, то твой бомж будет с левой стороны. Если они двое выползли с левой стороны, то первый, который из них ближе с левой стороны, вышел твой в оковы, шакл, второй мой в трапу. После этого у нас также есть Rocksride Repentance и Rocksride Fear. Потом есть Void Fear. Это если совсем нам нужно будет еще контролить. И Дуат там, ну, на третий, возможно, бомжи под конец нужны будут. Смотришь, когда по тебе пройдет станчик, и кастуешь бомжей спокойно. Первый, второй боб. На третьей фазе мне ставить это мотор? Нет, не ставь. Не, хоста пусть будет. Хорошо. Там в процентах натур бьет, так что не поможет. А фроста есть. Блин, что за хуйня? Только я почему-то... Я себя хильнул. Фейп тут? Если фейп тут, то можно бить. Фейп тут. Давайте играем, значит. Да, тут нет. Забираем мобов на себя. Вы мобов все сыграли? Да, отпрожмись. Угу. Все, второго тоже.
новый вообще. Лужу под себя и Моран их забирай. Мапов сыграли. Все, уводи, уводи. Фридом по ДКшке дайте. Блять, ну стан. Ой. Ну он мне стан дал. Да и тебе-то да, мы могу стан не дали. Ладно, ну, хорошо, ну, отошли. Ну, за лужа? А лужа сначала отдали. Я первый дам дамбов. Ага. Тут фиарки нету. А наконец, а наконец. Все так, не бегайте, в трэш играйте. Мамба сыграли, черепочек поставил, все РДД. Боб, стой, жди. Беги, малышка, беги! Понятно, падаем. Хуй не ну, делаем. Бля, мой косяк, ребят. А, Dead Beach, ты встал сейчас неправильно. Вставать надо вот в самую стеночку. Да не. Вот прям вот до сюда добегаешь и здесь ждешь. Не, понимаешь, что ты ему Боб не дал, но все я, равно. Я промазал, блядь. Слушайте, вопрос такой, что хер его знает, ты, блядь, не видел такого. Я себя хильнул около босса, но сагрился, это нормально? Не знаю. Не должно было быть, но... Ну вот я себя хильнул, но меня сагрился сразу же. Надо пул нормальный, чтоб с переходами там, блядь. Что-то за лук какой-то получил. Да это, блядь, не знаю почему, сорвался на меня сразу. Может у тебя просто это автоатака после применения заклинаний? Нет, я далеко от него стоял. Заходим, падаем. Хотя хуй его знает. Только рука так и тянется на нахождение по льду. 3 минуты, когда еще? Боб. А, ну вот. Я первый буду давать. Давай, хорошо, хорошо. Кару, ты не в той стенке тоже встал. Нужно прям вставать к этой ледяной. Лапка на всех повесилась? Да, вроде бы. Угу. Еще одну дал на всякий случай. Да, синий ФК. Ну, как после каждого трая. После каждого пула ФК. ДБМ ставлю. 5, 4, 3, 2, 1. Блять. Ну, блять, паладин. Ну, ёпта, Рокс Райт.
В Мастану когда был. А Мастан тоже? Да, они на меня согрелись, я их Мастану сразу ударил. Боб или чё? Боб куда ещё? Сколько? Малышка, беги! 4 секунды. Нет, 3 секунды, всё нормально. Нормально, нормально, кажется. Есть, да? Бедрану кинул. А, в конце тянуть? Всё, да? Со стороны хватит убежать или... А, всё. Да и чё, куда его? В эту ставить? А, да, конечно. Мобов тоже хуже. Экстрайд, ну падаем, чё. Дуард, смотри сам на таймер с окопом. 15 секунд, может, как типа... А я, получается, начинаю отбегать, а он мне стан дает. Слышишь? Я тебя понимаю, ты раньше должен начинать отбегать. Я его свакаю, потому что я за другими вещами смотрю. А что это? Сейчас нормально. Может, шакал кидать на одного? Типа, все равно... Зачем? Все равно мы их разъебем. Сейчас они просто пришли, стакнули фасту и убили двух миль. Ну, они убили Милюху, потому что я не мог так же заагрить. Заагрить моба на себе я в стане стоял. Ну вот ты одного заагришь, как минимум, и один не шотник никого. Типа, хотя бы на 5-10 секунд в шоколад. Жив есть? Почему в первом рейде меня никто не убивает? И милишников у нас никто не убивает? Значит, там можно сделать. Потому что у нас его не было еще ни разу. В смысле не было ни разу? Мы по последний трай делали с двумя миличными, двумя мобами под боссом. Мне кажется, это еще был, мы во втором рейде были. Я был. Не-не-не-не, это вот, мы только что, когда допронос делали. Дживс есть еще? Зоркий радовался, как он под своими бустами может во фросте заливать двух мобов. Я там не был просто. А есть кого Дживс? Я так сейчас понял, потому что я полностью поломан, блядь. Да, есть. Да, Дживс нужен. Бежит Дживс. Я думаю, что у меня было 3-4 КДПС, блядь, а я, кажется, поломан полностью, блядь. У меня аж собака расстроилась. Спасибо. Так, говори, когда станешь. Если возможно, сесть. Ну, смотри, станешь, когда они уходят там. У нас два паладина. Вой, давай ты под первую пачку даешь стан. Как только они тебе подошли, стакнулись под боссом, давай стан. Чтобы было времени на агро, надо раздамажить и так далее. Вторая пачка то же самое, это от Роксрайта. Угу. То есть они подошли, стакнулись, я сразу стан стал бы. Да, то не стакаются, у нас в это время должен Дуат примерно начинать их уводить. Дуат, смотри на таймер, закопка там 12-15 секунд. Угу. Уже можно уходить. ПМ ставлю 6 секунд. 3 секунды. 2, 1.
Голые мы пришли. Давайте в них сыграли. Да, отдаю тебе фритом, уходи. Там база таунт или прям встав в стеночку, отлично. Нет, на тебя. Все, хорошо, сейчас станем, если что, сбить или чарджем. Я останусь. Все, все хорошо. Давай, я беру, отдам. Уходи, 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 в самую стеночку. А этот будет, ведь верно? Да, нормально, все, беги. Завис топчик, да? Да, за. Угу. По-моему, сейчас. Ага. Сука, такой хороший трайбл, блядь. Ну, скорее начало, а не трай. Так, это был победный трай. Ну, у меня к тебе вопрос. Что такое? У тебя есть ювелир с ловкостью, устойчивостью, с устойчивостью и пенетрой? Да. Я жду тебя. Я могу взять все это. Подожди, устойчивость пенетра, возможно, нет, но я куплю. Нет, мне нужно отдельно, смотри, желтый на устойчивость. А, нет, такой есть, да. Оранжевый ловкость, устойчивость и синий пенетра. А, лучше ставь ловкость, устойчивость и пенетра. Нет, не надо столько, так много веса. Я сейчас в 1100 бегаю, даже в 1100 не бегаю. Пэхан добивается тупо в ловкость. Не. Вбивайте, что хотите. Мне нужны именно эти камни. Я не хочу сердолики тратить на ПВП. Поэтому я, блядь, просто 3 года на лече на ханте, блядь, я всегда вбивался в ловкость, я всегда был... Это одно, здесь это совсем другое. ПВП. Да. Ну, кстати, возможно. Здесь эти сталки, ну, типа, они очень много решают. Эти камни, лишняя сила, лишняя хоста, лишняя устойчивость. Не, просто когда я раньше играл, это было лет 15 назад, блядь. Ну, слушай, ты можешь говорить все, что угодно. Можешь говорить все, что угодно. Ну, как бы я придерживаюсь мнения экспертов. У меня было на ханте 35 тысяч хп, блядь, 1400 леса где-то, блядь. Все остальные было вбиты в ловкость. Вот, я вот да. Я все живое. А слышишь, Дон, а ты 1100 леса у тебя чисто со шмота или с банкой? Не, без банки. Вот, а у меня с банка только косарь, понимаешь, в чем проблема? Ну, у меня 20 тысяч хп. Ну, это ММ. Ну, это ММ, да. А, ну, нормально. У меня сурф просто больше хп, но все равно. Ну да, сурф должен быть больше. Я хочу вообще, чтобы там 40 хп было. А лучше 500. И чтобы я когда разрывной кидал, он во всех кидал, кто вокруг меня находится. Нет. И когда... Знаешь, как это? Явно больше, чем сурф, как по мне. Он, у него более функционал больше. У кого? У ММа? Конечно. Ну, чисто за счет отката. Но как бы в рамках контроля, типа, одновременно нескольких целей. Типа, ну, пианино и ГКД очень сильно решают у ММа. То есть ты, типа, против троих, условно, там, типа, если там какой-то замес, ты можешь сурвом быстрее отконтролить, нежели чем ММа. Ну, блин, за отказ способности, ты же две вилки, там, допустим, если подойдет контроль, две вилки, там, допустим, ловушки. Не, ну, две вилки... Более функциональные. Самое функциональное — это приготовить курочку дома, вкусненькую такую, чтобы... Я просто, я здесь сегодня устал. У меня с утра была кара 7-часовая. От которой... Это сложно. Я вливал в потолок, потом рыбака, которая 3 часа продлилась, а потом Гудлик пришел в Дискорд с Абулой, и все. И я решил ливнуть оттуда. Слишком больно. Грязно, как по мне, ММ Хант. Слушай, вы еще про пидоров шутили после всей этой хуйни. Да это еще ладно, это нормально еще было. Ну, осуждаю, конечно. Нормально про пидоров разговаривать, что не так. Чем вы опять пидоры-то не угодили? Нормально, мы их это... Пидоров можно. Бля, вы сейчас просто рожу. До этого было собрание, бля, друзей. Заходите. Тут голос. Один... Каждый раз так про пидоров. Один у меня просто друг полностью лысый такой. И будет такие со словами разговоры про полностью пересадку волос, короче. Заходите. Да не заходит ни хера. А у вас есть друзья пидоры? Да. Да, реально есть. У меня нет. У меня есть лысые друзья, блядь. А ты помнишь? Лысые друзья у меня есть.
Большой куш спиздили. Заткнись и сядь. Я просто, бля, ни разу в жизни не видел. Не видел ни разу пидора? Нет. А ты видел, Кай? Видел, я видел, как они целуются. Чё ты? Видел, в принципе, целуют, по давай. Жизни попадаются. Ну, пидорасла, а геев? Геев видели? Геев конкретно видел, сосали, стояли, ёбаный свет. Где, 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 бля? Я и видел, и геев видел. Где я придумал, пососусь, да, там все дела. А чего вас так много в Дискорде, вы мне объясните? Я не знаю. Ты замечаешь каждый раз, когда я в ВКшку ходим, у нас здесь много людей. Да, у нас тоже? Только-только не доходят, понимаешь, люди до полного этого комплекта. А вы давно Анубу? Пускай заходят, пускай смотрят. Нет, Ануба третий раз. А где Вайпалис вообще? Да Вайпалис мы на этих много. На Вальках что-то по глупости. На два вайпа было у нас этих на чемпионах. Да, а все остальное, типа, ну, с первого раза. Вот на чемпах начали вайпаться, потом на вайках начали вайпаться. Да и только одна попытка, 9 вайпов, то есть. Да, да. Вот сыгрываем с этим составом. Суза должна быть на маге. Суза должен быть на маге, неутомимая должна быть на душешке. Инкс вот. Тоже все, Суза, кажется, что это девочка. Я смотрю по ТПС, я просто не понимаю, почему у меня так мало, блядь. Ну, просто у нас много. Ну ты в даты вяло прожимаешь кнопки, нахуй. Плохо пожимаешь кнопки, думаешь? Да, а у вас все бафы есть в рейде? Блядь, да не пойму. Нет, меткости нету. Ты стараешься потихоньку прожимать, а нужен посильнее просто. У нас есть еще просто друида нету, блядь, прикинь. Чем сильнее жать на кнопку, тем лучше. У вас даже лапки нет, да, у вас друида нет. Лапка есть, ну, барабанчики. Да, мы жмем. Ну, она не улучшена, все равно. Отлагала, все нормально. Я хрен знает, короче, блядь. Не слабый. Вон, Гарика не покорился. Чё, подожди, Гарик же должен быть. Или он еще не окочурился? Нет, Гарика здесь нету, Гарик первым. Так он во вдвух. Слушай, а двух уже никого нету. Гарик вам уже от вторника отошел. Да, он драйнер у вас больше дает? Чего? Драйнер у вас больше дает? Нет. Шаман. Да. Да. А он 4-4-3, да? Нет. Да? А, у него нету 4-4, у него 3 шмотки. Ну и как? Он на этой неделе только РБКшки дофармил. Значит, нам спасибо консультацию, блядь. Чего? Да, Англис. В чем разъем будет? В Дискорде. Не, конечно, я пьяный, если ты, блядь. Бухой, блядь. Какашку себе, блядь. А ты сегодня пьяный или бухой, подожди? Фейп тут. Я сижу уже пьяный, да. Был бухой, сейчас уже пьяный, да, нормально. Я, короче, купил боевой пропуск. В 19 монет, чтобы допустить. Сейчас ТПМ. Короче, наверное, да, согласен, Дэдбич, правильно говоришь. ТПМ ставлю. 5, 4, 3, 2, 1. Одна. Ай, кстати, я знаю, в чем прикол, блядь. Я припоп не пью, блядь. Да. Мобов сыграли, стан есть? Отлично. Ну сука, блядь. Не, ты дойдешь еще. Нормально. Все вышли. Вышли. Чё, к воротам убежали. Ты дашь, да? Нет, ты давай, я далеко. Ты дашь. А вот как Карус сдох, блядь? А он был под этими.
Че за хуйня? Шипами прошел вообще. Шипами убило. Ну это ж пиздец, и что делать? Нихуя. Без него пьем, что делать еще? Опт аут, ты сам себе дашь, отлично. Все подошли к этой первой меточке, где мы начинали бой. Сейчас сюда вылезет. А, это не в то завел. Хорошо, ладно, я отведу. Сейчас вылазит. Вылез. А, вдаль. Ну, да, 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 ставь на эту, конечно, тут вариантов-то. Только помощников не вижу, блин. Хочу поставил на планету. Мобов, 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 давайте. Каст. Блять. Лок просто костнезыщие кидал, видишь. Падаем. Хули девочки тут еще. А 13% маг урона, кто ее не фешит? У нас, видишь, хуёво, что у нас друида нет, то есть не засейвится никак. Тело падает. Ну, блядь, здесь умирать негде. Какой нахуй, блядь, друид? Что, блядь, то мы умерли, потому что по нам пробежали шипы, когда мы не смогли от них отойти вправо на чуть-чуть. Ну, пиздец. Либо мы сейчас не могли сбить каст копателю. Он, блядь, его кастует 2 ГКД. В любом случае успеешь. Ну похуй не, умираем, тут умирать негде. Все, что нужно, типа, просто вовремя отбежать и свечиться. И нажимай кнопочки как можно сильнее. Я однажды так нажимал, блять, клаву сломал. Купите новое. У меня нет, блять, у меня есть стан. Все, я сейчас станет сам буду, значит, еще. Прочитать это заклинание. Войт, чё, сколько тебе добыла не роща? 21 осколок. О, хуйня, блядь, 2 кд всего. Ну да. 2 кд, блядь. Да. Бля, тут есть карта Dota 12 на 12. Здесь, здесь, ну, блядь, ну, хорошо, да. Не-не, пот. Тихо, блядь. Угу, спасибо. Не за что. Что, мы разъебемся или нет? Разъебем. Ты все готовы, ТПМ ставлю. 5, 4, 3, 2, 1. Рок, стоп ДПС. Я его не бью уже сюда. На спичке, да? Я не дотянулся до коста. Да его киком нельзя сбить, его можно только станом сбивать. Да. Так он просто сбитием коста сбивает и стан этот, удар его. Теневой, да. Моба, сыграли сейчас все быстро. Без одного бы пойдем. Чего? Боб один у вас будет. Да он стоп ДПС. Я притворился.
Да, ты уходи. Могу. Нужно будет закрыть. Черепочка у Мерия побежал. Вот с ней. А, я там, блядь, ничего не разбил. Ой, я разбил, я разбил. Все. Карл, в стеночку ушел в ледяную. Портал себе поставим просто. Так, баба, нету. Какую стеночку? Карл, беги. Ну, бежать-то надо. Ну, этот, не успеешь уже. Чудить начинаете. А на ком была метка, он побежал на Ануба, а тот взял, перекинул на другую метку. Всегда он сначала кидает на одного, потом на второго. Да. Я прям видел, да, кто-то кого-то кинул, бежал в сторону Ануба, наоборот, к нему, а тот взял, перекинул на другого. Испугался. Да-да, прикольно было. Что, блин, что такое опять? Че, мы час еще будем сидеть? Может, мы закроем уже его? Так у нас их 10 еще что-то, потом еще и вы их 10 пойдем. Там еще Нарк 10, да? Ульта 10. Нарк, да, бессмертного, Ульте 10, эту сделаем. Протодракона, бля. В Кару на фул пинкаем пойдем. Потом на ОФ зайдем, да. Там фул контент пройдем. В Кару пойдем, этих позовем, с голдранеров пусть покупают, блядь, шмот. Часов 6 утра закончим. Завтрашнего дня. Так-то быстро. Так-то, по идее, можно так вот вечером сел до 6 утра и весь контент прошел, да? Ну, кроме ИВК-25. Ну, да. Нас здесь контент можно быстрее пройти. Только там 2 часа охоты, 1 час сюда, а все остальное уже не важно. Ты его убили? Нет. Нет еще? А чёрт, тогда в чём? Фейп повис, похоже. Косты сбить не можем. Да, ой. И по мобам чуть меньше играете. Больше в босса. Чуть меньше срывать. Да нет, мобов надо, у нас один танк, мы двоих сразу заливаем. Ну вот вы сейчас вдвоём срывали. Так смотри. Да я... Он Рокс 300 получил. ФДшку упал. У него Т4 есть два куска у Дуата? Да, есть. Да, да только есть. Этот, а, просто ты подгадай под мобов, типа. Там и на пулы все откатываются, на все пачки, и все, блядь. Да, это я понял, я просто, у меня проблема в том, что я, сука, в стане стою в этом вонючем. А это похуй, там пока ты 3 секунды встанет, тебе на пулы дадут два рога и хан. Типа мобы подходят, вы даете. И потом ты просто мор и лужу и башишь, и все, они хуй с тебя сорвутся. Да не, контроль это тогда потеря ДПС, это ни к чему. Проще же стан дать на одном месте массовый. Не, ну и мобы, если по танку, они не так уж и сильно бьют-то. Хули, Волонир скоро будет, ебать, будешь, буду вообще соло хилить, ебать. Да когда Волонир будет с гильды, Волонир этот так. Логично, Волонир, ладно. Да ебать, это шутка, чё вы не понимаете? Оксаня, блин, скоро Т5, я буду танчить Т5, блин, да, я же не Т5, я с Т4 всего лишь.
Да, пока Т4 вары мучаются. Да, 4 ну, дальше интернет дропнулся. Ай, блядь. Че, мы пошлите за чаем, за бутербродиком каким-то. 3 минуты. Если нет, то, ну, можно... Убить. О, можно нахуй пойти, например. Ты чё? Дурак? Ты нахер тут разговариваешь? Лес хочу. Уважаемых людей куда посылают? Пизду можно послать. Не пойду в пизду. Ну лучше нахуй. Только нахуй. Ну ты дурак.